президентском дворце сегодня встречали председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида. Это его первая поездка в Казахстан и Центральную Азию. Касым-Жомарт Токаев отметил важность визита главы Генассамблеи ООН с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия между Казахстаном и организацией. Президент подчеркнул исключительную роль ООН в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. В свою очередь, Абдулла Шахид высоко оценил сотрудничество Казахстана и ООН за 30 лет. В завершении встречи глава государства напомнил на запланированном на середину сентября 7-м съезде лидеров мировых и традиционных религий и поблагодарил организацию за последовательную поддержку этого глобального мероприятия. Абдулла Шахид назвал предстоящий форум важной площадкой и отметил, что продвижение духовными лидерами мира во всем мире станет ключевым месседжем предстоящего съезда.